Ни пасмурная погода, ни начинающий накрапывать дождь не помешали анапчанам порадоваться 1 мая. Возглавили праздничную колонну глава города-курорта Сергей Сергеев, ветераны Великой Отечественной войны и органов исполнительной власти, депутаты, почетные граждане, представители общественных организаций, сотрудники администрации. А мы сюда первый раз пришли, мы из Москвы приехали, вот. Но нам очень понравилось, у вас очень колонны красивые, чистый город. Демонстрация, класс. Выступаем за свою школу «Виктория». Мы ее любим. Просто такая радость на душе. Рада за тех людей, которые идут в колонны, за этих малышей, которые гремят медалями. Такие маленькие, уже имеют такие высокие награды. Прекрасный праздник, просто для души. Особые слова благодарности администрации города-курорта и нашему замечательному мэру. Замечательная демонстрация, и город, чтобы процветал, он сделал все в прошлом году. Праздник, как он был, так и остается для нас самый любимый, самый веселый, самый праздничный, самый весенний. Пансионаты, санатории, учебные и спортивные учреждения Анапы старались выделить чем-то запоминающимся именно свое предприятие. Работников сферы здравоохранения сменили сотрудники предприятий ЖКХ. Они настоящие герои этой весны. За короткое время с хорошим качеством провели комплекс работ по благоустройству города и его подготовке к сезону. Единой колонной выступили предприятия транспорта, среди которых как работающие на городских маршрутах перевозчики, так и крупные организации. По традиции закрывали шествия ансамбли, танцевальные коллективы и деятели культуры. Все, чья работа – это создание хорошего настроения анапчанам и гостям курорта. Их стараниями первомайская демонстрация переросла в праздничный концерт.